Привет, Александр. Я Настя. Мне 12 лет. Я тоже слышу благодаря импланту и процессору Медел. А я знаю, что ты первый ребенок в Беларуси, которому поставили два импланта от Медел. И я бы хотела тебе задать вопрос. А как ты слышишь? Есть ли разница между тем, как ты слышишь одним процессором или двумя процессорами? Здравствуй, Настя. Приятно познакомиться. Меня зовут Саша. Мне 17 лет. Да, я действительно первый ребенок в Беларуси, прооперированный на два ушка. Я слышу имплантами Медел на оба ушка. Мне в них слышится прекрасно. Также, когда я снимаю один аппарат, я уже слышу немножечко хуже, и я немножечко дезориентируюсь в пространстве. Планируешь или ты еще думаешь поступать, и кем ты хочешь стать в будущем? Настя, я учусь в 11 классе, в лицее номер 1 города Лиды, на профиле экономическом с углубленным изучением математики и английского языка. Я планирую поступать в БГУ на факультет кибербезопасности. И там я хочу связать свою жизнь с кибербезопасностью, ведь мне нравится это дело, и я уже даже проходил курсы по кибербезопасности. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя хобби и чем ты занимаешься? Настя, у меня есть хобби, у меня очень много всяких увлечений. Я занимаюсь рыбалкой, читаю книги. Также я люблю проводить время с друзьями, ведь это самое лучшее время, когда мы можем гулять с друзьями.